закончил себе первый раунд. В красном углу отдыхает мастер спорта из Казахстана Мирзахид Имамназаров. 2001 года рождения, боксом занимается 8 лет. Он провел 105 боев, в 95 одержал победу. Финалист чемпионата Азии ЮУ-22 2022 года в городе Ташкент. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Кыргызской республики Таланта Арзиева и Тулюгынулу Данияра. В синем углу отдыхает мастер спорта Фариозбек Хакимов, Республика Узбекистан. 2002 года рождения, боксом занимается 10 лет. Провел 85 боев, 80 выиграл. Призер чемпионата Узбекистана. Тренируется под руководством тренеров Трубунова и Хасанова. Данным соревнованиям подготовил Батыржан Махмудов.
Бой окончен. Решением голосов победу одержал Фейразбек Хакимов, Узбекистан.